это обращение человека, который не в состоянии реально оценить, что происходит. Курс рухнул, банк-систему, которую он говорил, встала на ноги, тоже почти уничтожили. А что касается населения, оно не в состоянии так далее жить. Или мы сейчас договоримся о том, что будет сильное авторитетное правительство под контролем парламента, или все это выплеснется на улице и превратится в массовый беспорядок. Хочу деньги снять. Почему? Потому что не доверяю в данный момент. Вчера дважды было сообщение о том, что запас продовольствия в Москве настолько-то на 18 дней масла, там, я не точно это говорю, но во всяком случае ни для кого-то не секрет, не держит этот секрет, что с продовольствием у нас типа того, что карточки могут быть. Нет, я не верю, потому что уже люди теряют, и потери будут колоссальные. Потому что ажиотаж поднят ужасный, и очень много людей стоят в банках, уже запись в банках, и, естественно, вклады не выдают. Я была в Лейпциге, в принципе, цены там выросли, конечно. Я думаю, что это не предел. Ну, а насчет президента, вы знаете, это его личная как бы трудность. Я думаю, что у нас не только президент в стране, может быть, что-то делают другие. Как я могу на 40 рублей купить здесь какой-нибудь колбасы или чем? Что я могу, у меня 38 рублей пенсия. Что я могу купить? Вот я посмотрел, так вот, походил, и все, и пошли. А я на что я куплю? Повысились на рублей 6 в среднем. Килограмм.